Всем привет! С вами доктор Тамерлан. И сегодня на тесте у нас офигенный автомобиль. Самый младший в серии BMW M2. Twin Power Turbo, 3 литра, 6 цилиндров. Данный двигатель похож с двигателями, которые используются на M3 и M4, но немножко дефорсирован. Здесь 370 лошадей. Этот двигатель имеет абсолютно новую систему охлаждения, абсолютно новую систему впрыска топлива, что позволяет дарить нереальные ощущения сбалансированности, производительности данного двигателя. Оно реально крутое. Я вам говорю честно слово, то есть это... Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit. Просто восторг нереальный, она очень крутая, реально зажигалка такая, здесь лошадей, конечно, не так уж и много, там всего лишь 370 лошадей, вес 1,565 тонны. Но эта машина не для драга, эта машина для кайфа, эта машина сжирает повороты. Я не буду рассказывать, какое здесь качество пластика там, или какие там пластмасски, там, какого они качества, потому что в этой машине абсолютно это не важно. У нее есть свои главные достоинства, это безупречное управление, это сбалансированный, знаете, такой золотая середина, мощность и управляемость данного автомобиля. Здесь, кстати, стоит новый дифференциал, активный дифференциал его называют в BMW, который распределяет тягу по колесам и блокирует дифференциал от 0 до 100%. То есть он загружает необходимое колесо, чтобы вы могли на больших скоростях более эффективно проходить повороты. И в этой машине абсолютно не важно вот эти вещи, там, пафосность, не важно вот это, весь этот... Кожа там, или не кожа там, имеется в виду там, музыка там, ну, в этой машине просто вот, просто хочется ехать, валить и получать удовольствие. Она для создана, чтобы уничтожать повороты и уничтожать своих соперников в поворотах. Она не для драга. Пожалуйста, не сравнивайте ее там, а этот объедет, а тот не объедет. Хватит думать только прямолинейно. Кроме прямых американских драг-гонок есть намного круче вещи по адреналину, это кольцо, это треки. Так вот, М2, она рождена на треке. Она рождена очень крутая. Я вот гонял на Moscow Raceway. Она просто, вот я приехал абсолютно на гражданской резине, то есть имеется в виду, машина никак специально для трека не подготовлена, она рождена. То есть вы на этой машине можете просто ездить, кататься по городу, вот как мы сейчас это делаем с моим близким другом и товарищем Олегом. Вот мы просто катаемся по городу, причем притягиваем очень много взглядов, у нас шикарно звучит выхлоп M-Performance. И если вот сейчас будет трек, мы просто с ним сейчас вернем на этот трек и будем дубасить. Здесь новая система охлаждения двигателя, новая система впрыска. Сразу же агрессивную морду, злую морду в BMW, хищника, настоящего хищника. Подчеркиваются огромные воздухозаборники, которые созданы, чтобы охлаждать тормоза, охлаждать систему двигателя 3-10. Задняя часть автомобиля также выделяется. Большой агрессивный задний бампер и знаменитая четырехстволка в стиле BMW, которую вы видите на всех M-сериях. Также M2 имеет в базе 19 колеса разноширокие, то есть перед 245, за 265. Мы видим здесь огромные тормоза для данного автомобиля. Перед 380 мм, за 370 мм.
пакет M-Performance — это не просто какая-то красота, это именно функциональные детали. Также вы можете увидеть раскраску в стиле M-Performance, который относится к этому. Это что я хотел сказать по передней части данного автомобиля. Здесь выхлоп стоит с двумя режимами: городской и гоночный режим, то есть открывается звук громче, тише. Очень крутая задняя часть автомобиля, вызывает массу эмоций, в потоке люди просто смотрят, фотографируют, радуются. В общем, очень круто все. И задняя часть еще дополняется тем, что задние арки автомобиля, они широкие. И хоть и автомобиль маленький сам по себе, но выглядит очень, как сказать, взбито, агрессивно. Такой, знаете, бультерьер такой, небольшой, но мощный, сильный. И который можно за себя поставить так, что мало никому не покажется. Rockstar Ranji, making up those that own a black card, that's me. I've been getting real fucking friendly with the banks, man. And I don't mean Bill Carter, Hillary, or Ashley. Black, see me up in the vicinity and flash me. I'm the definition of definitive and catchy. The only thing that's bigger, quicker, slicker. More black and more up on London is a taxi. Ничего не говорил. Кто бы не говорил, что BMW закончилась там на 34-м кузове, кто бы не говорил, что она закончилась на 39-м, поверьте мне, если бы BMW выпускал 34-й кузов, вы его сейчас не покупали бы. И не надо этот бред говорить про то, что BMW там уже не те, какие были. BMW идет строго, по крайней мере, серия M идет, как сказать, она не отступает от своей философии. Безупречное управление. Безупречное управление. Это и есть BMW, это и есть ее главная роспись, ее почерк, по которому мы, за что мы и любим, в принципе, эту марку. Лучшие двигатели, лучшая подвеска и вот эти разговоры о том, что BMW ломучий, по незнанию и хэ можно сломать, как говорится. Поэтому следите за своими машинами, следите за ними. Если вы за своим здоровьем следить не будете, вы что же зачахнете? Следовательно, машина — это то же самое, организм. За ним надо смотреть, и надо своевременно обслуживать и лечить те или иные моменты. Поэтому любите свои машины, и она будет вам отвечать взаимностью. Итак, ребят, еще хотел бы вам сообщить приятную новость. Совместно с BMW Group Россия мы собираемся провести очень крутой конкурс с очень-очень крутыми призами. Поэтому, ребят, в конце нашего фильма будут координаты. Вы должны подписаться к нам. Участники конкурса должны обязательно быть подписаны у нас на наших страничках в Инстаграме, Ютубе и ВКонтакте. Поверьте мне, призы будут очень крутые, и они стоят того. Условия конкурса, все мы опубликуем в ближайшие, я думаю, максимум неделю, ближайшую неделю вы все узнаете. Поэтому принимайте участие, боритесь, там действительно есть за что побороться. BMW любит своих фанатов, BMW заботится о своих фанах, поэтому они готовы предоставить нам крутые призы. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь и дальше узнаете, что да как.